Re, viss ēters ir te! В ночь на пятницу на большей территории Латвии облачно. Осадки в виде дождя и мокрого снега. На всей территории страны температура воздуха от плюс 3 до минус 1 градуса. Умеренный южный ветер, однако на западном побережье его порывы могут достигнуть 6-11 метров в секунду. В пятницу днем будет облачно, без осадков. Температура воздуха от плюс 1 до плюс 3 градусов. Ветер сменит направление на юго-восточное и усилится до 6-11 метров в секунду. В Риге ночью облачно, без осадков. Температура воздуха чуть ниже нуля. Умеренный южный ветер к вечеру усилится до 6-12 метров в секунду. Днем в столице столбики термометра покажут плюс 3 градуса. Осадков синоптики не обещают. Умеренный ветер юго-восточного направления.